Здравствуйте всем, кто меня смотрит, девочки, мальчики, бабушки, девушки, и мы красавицы-вязальщицы. Девочки, у нас аномальная жара. Сегодня утром я вышла 5:30 рыхлить капусту. Вот, капустку порыхлила всю, полила ее, а вчера табаком еще обсыпала. Табачной пылью, так как белые мухи какие-то залетали, белые бабочки вечером. Вечером мы не поливаем, поливаем утром. И вот я до 7 часов поливала. Но очень-очень жарко, невозможно. 30 градусов уже. Это вот у меня первая грядочка. Вот такая. Тянется к солнышку. Лучок весь выправился, мы его полили мочевиной. Все растет тихонько. Но поливаем каждый день ягоды. Вот. Вот посмотрите у нас какие ягоды. Девочки уже снимают клубничку. У нас вот еще только они начинают. Вот, видите, ягодки. Вот уже ягодки. Вот уже ягодки. Такая крупненькая ягодка тут. Ягод много. Вон тут уже несколько ягодок позрело. И вот вторая грядка у меня капусты. Это мы сделали. Ее насыпали тут всякой дрянью. И вот такая грядочка у нас получилась хорошая. Кстати, сделали вольер для Бека. Ох, ему тут так жарко. Он, ему так не нравится здесь. Так Сергей его опять вот туда посадил. Там сквозняк. Ему там прохладно и хорошо. Вот кабачки. Вот пошли. Каждый день поливаем. Ужас какой-то, ужас. Вот такая жарище. И лилии зацвели. Я их поливаю тоже. Хотя они, у них корни, они с 2 метров могут достать воду себе. Это я прочитала давно, еще в журнале. Женщина увлекалась лилиями. И вот у меня цветочки эти уже вот как прижились. Платье невесты сажала. Вот. Вот это уже скоро будет. Ну, это, наверное, простая ромашка, я так понимаю. И что тут у меня? Петуния такая. Это я купила в магазине. Вот она у меня сразу же. Не знаю, будет ли цвести. Вроде бы еще цвести будет. Вот. И розочка моя. Вот моя розочка еще цветет. Я ее вынесла. Вот видите, расцвели. И вот еще. Вот тут. Посмотрите, тут 3. И тут вот. Вот так она распушилась у меня. Я уже ее и туда, и сюда поставлю, думаю, только чтобы нормально она цвела. Вот видите, тут 3 бутончика. Красота. Вот такая жара. Выходить из дома неохота. Я дома шторы повесила темные. Дома прохладно. Хорошо. Туда не пойду, там жарко невозможно. И крылечко мы сделали. Крылечко сделали. Сережа вчера тут вот покрасил. Вот, видите? Видите? Кто же у меня тут так вот ходит? Да еще и там какая-то муха прилепилась. На первый раз вот покрасили. Поставили вот такие вот. Мостик такой. Еще будем красить. Ну, я же этим еще не успокоилась. И вчера у меня взбрело голову, что надо покрасить пол в спальне. И вот я покрасила пол в спальне. Вот, посмотрите, вот одна половинка у меня покрашена. Кровать перевернула. И потом эту вот сторону покрашу.
Вот здесь. Потом клеить обои буду. Все, оборвала обои. Там кошки уцарапали. Это у нас Жуля ходит, любит все царапать. Все это мне надо клеить. Ну, потом поклею. Вот, видите, здорово так обновила пол. Я люблю красить. Я с детства, меня отец приучил. Я бы только красила. Так люблю крашеный пол. Прямо прелесть. И тут опять, видите, вот. Видите, что творится? Вот разве покрасишь нормально? А? Везде лапки свои оставят. Везде. Ну, ничего, потом, может быть, подмажу здесь, когда тут вот буду красить. Вот так вот у меня такая красотень. Мне это очень нравится. Ну а что делать? Все равно в жару чем-то заниматься. На улице жарко, так решили дома вот покрасить полы. Вот такие у меня новости, девочки. Хотела показать, что я делала в жару. А что вы делаете? Где вы прячетесь от жары? Какая у вас погода? Пишите, пожалуйста.